Здравствуйте, вы со мной на канале Остроумно. Это ваш самый любимый канал, на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. И у нас сегодня гороскоп на 6 апреля 2018 года. Итак, Овен, держитесь подальше от настойчивых поклонников, не давайте им повода для надежд на встречу. Будете иметь впоследствии много хлопот. Телец. В течение дня вы не найдете возможности посидеть с любимыми за чашкой кофе, но позвонить им следует обязательно, они будут чувствовать одиночество. Близнецы. Попробуйте уладить конфликты между родственниками, будьте сдержанными во время разговора с родителями, продемонстрируйте свое доброе отношение к ним. Рак. Поздно вечером освободите себя от дел, приготовьте ужин для любимых. Самое время рассказать им о своих чувствах. Лев. Жизнь будет протекать обыденно. Ярких событий не ожидается. Не переживайте по этому поводу. Штиль бывает не только на море. Дева. Проблематично будет договориться с партнерами. Они будут воспринимать ваши предложения хуже некуда. Настаивать на своем не стоит. Меньше говорите друг с другом. Весы. Сдерживайте свое любопытство. Не стоит вмешиваться в личные дела знакомых, иначе будете иметь неприятный разговор с ними. Скорпион. Вы будете слишком раздражены. Раздражать будут малейшие мелочи в поведении близких. Помните об этом. Не давайте волю эмоциям. Стрелец. Будут поступать небольшие прибыли. Они помогут вам обеспечить ежедневные расходы до получения основного заработка. Избегайте задолженности. Окружающие не оставят вас один на один с проблемой. Рядом будут надежные друзья. Важно вовремя попросить о помощи. Козерог. Общение с человеком намного старше будет весьма полезным. Прислушивайтесь к его советам, вы получите ответы на свои вопросы. Водолей, ограничьте немного общения в течение дня, иначе вечером у вас не будет желания и сил пойти на свидание. Попросите родных не беспокоить вас после ужина. Рыбы, займитесь теми делами, до которых руки не доходили раньше. Если пораскинете хорошенько мозгами, очень хорошо во всем разберетесь. А ежели начнете хитрить, перспектива будет не такой радужной. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички Instagram и Facebook, ссылки есть в описании. Всем пока, услышимся!